Во время плодоношения томата вкус требует просто огромного количества калия и фосфора. Эти микроэлементы способствуют появлению завязей и созреванию плодов, делают их мясистыми и сладкими, и хорошего урожая без них просто не получится. Я рекомендую в августе обязательно сделать подкормку монофосфатом калия. Это безвредный минеральный компонент, содержащий фосфор и калий в легко усвояемой форме для растений. Если внести его через опрыскивание, листья усвоят все необходимое практически мгновенно. Развести монофосфат калия очень просто. Берем ведро воды комнатной температуры, желательно отстойной, засыпаем туда 15 граммов удобрения, добавляем 1 столовую ложку лимонной кислоты, чтобы превратить минеральные вещества в максимально доступную для растения форму, и опрыскиваем томат. Можно обойтись и без лимонной кислоты. Растение в любом случае получит свою порцию удобрений и начнет интенсивнее плодоносить. Плоды быстрее покраснеют и вырастут гораздо крупнее, чем должны были. Обработку делаем в вечернее время суток, поскольку опрыскивание под солнцем может обжечь листья растения и навредить процессу плодоношения. Повторяем такие обработки каждые 10-14 дней, и растение сможет сконцентрировать все свои силы на том, чтобы обеспечить вас хорошим урожаем в максимально сжатые сроки. Плоды будут быстро нарастать, вызревать и краснеть, поэтому такую подкормку продолжаем вносить с начала августа и до самого конца плодоношения.